Всем, ребят, привет! Сегодня у меня очередной выпуск проекта «Разоблачение». Но на этот раз у нас немножко спорные вопросы возникли. Прислали мне кое-какие материалы и попросили разобрать того или иного кладоискателя, а конкретно его видео. Ну, знаете, не все бывает плохое на моем проекте, бывает и хорошее. В данном случае мы рассмотрим Рудольфа Кравчика. По традиции зайдем к нему в гости на канал, посмотрим. Ну и разберем тот видеоролик, который попросили разобрать. Ничего особенного интересного я там разоблачения не нашел. Так что вместе с вами сейчас посмотрим этот ролик. И если у вас какие-то сомнения возникают, отпишитесь. Будем более конкретны и внимательней рассматривать. Ну а сейчас по традиции к нему на канал. Итак, а сейчас посмотрим в интересной программке, что у него тут имеется. Ну, в принципе, все хорошо. Открылся канал в марте 2012 года. Категория B-. Все зелененькое. Доходы смотреть, разбирать не будем. В среднем 20-30 подписчиков в день. Довольно-таки неплохо. Ну и теперь по шкале. По шкале. Все у него было плохо, как он открылся. 12-й год, 14-й, 15-й. И только в 16-м году у него пошелся подъем. И весьма такой, знаете, приятный. Очень здорово в гору он пошел. Тут упало и потом снова в гору пошел. Ну, насчет подписчиков то же самое. А вплоть до 2016 года у него подписчики совсем отсутствовали. Но потом успех пошел довольно-таки приятно. И вплоть до 2017 года по апрель у него было все время все в гору. Ну, это самая верхняя ступень. А потом почему-то все пошло. Возможно, перестал снимать интересные видеоролики или что-то в этом роде. Но здесь мы разбираем не данный факт. Ну и все. Сейчас возвращаемся снова на его канал. Ну, канал у него довольно-таки приятный тем, что Рудольф очень позитивно рассказывает и показывает свои сюжеты. Вот. Интересно тем, что он разбирает приборы, как что звенит, как настраивает. Это, конечно, очень-очень хорошо. Но мы сюда зашли не за этим, а именно по видеосюжету. Заходим в видео и находим именно тот видеосюжет, который попросили меня разобрать. А именно, листаем, смотрим, и вот он. Вот эта находка. Золотые червонцы и серебряные. Вот, в данном случае он нашел манисту. Вот, если не ошибаюсь, в количестве 8 штук. Там имеется в центре золотая монета. Там пятаки, если не ошибаюсь. И вокруг оправы имеется серебро. То есть довольно-таки интересная и приятная находка. Не всегда такие находки у нас выходят из земли. Ну, я впервые такую манисту увижу. Ну, у каждого народа свои традиции. Включаем и смотрим. Ну, вначале, ребят, у него довольно-таки интересные отрывки из видео. То есть он показывает, как он выдвигается на копа, общается с людьми. И такая заставочка, знаете, интересная. Ну, конечно, плюсик. Вот сейчас мы подобрались именно к тому сюжету, где он поднял эту самую золотую подвеску, так называемая маниста. Раньше в свое время женщины украшали свою шею именно этими манистами. Вот тебе и это самое. Потянуло сейчас болото. 1800. Здесь придраться, ребята, не к чему. Золото немножко имеет свойство тускнеть, имеется какой-то необычный налет постоянно, когда находится долго в земле. В данном случае здесь претензий совсем нету, никаких. Все честно, вроде бы как я по этому поводу ничего сказать плохого не могу. Копать надо! Ты слышишь? Голоков копать!
блин, пофартило тебе. Вон они, где рубли-то все оказались. Вот сейчас он вытаскивает именно манисту из самого камушка. Ну, судя по камушку, знаете, все вроде как нормально. Вытаскивает из комка, где, в принципе, не засыпано, ничто такого, знаете, подозрительного не было. То есть все вроде бы как по чесноку. Вот находка так находка. Единственное, что возможно какие-то сомнения, это именно к веревочке, на которой находится вот эта вот гроздь монет. Знаете, обычно такие вещи сгнивают буквально через первые там десятилетия. 50, 60, 70 лет, и эта веревка сгниет. Единственное, что если синтетика, сейчас в данном случае часто копаешь, и оно прям в идеальном состоянии. Но в царское время синтетики практически не было. Возможно, был, если только шелк, но в данном случае это не шелк, а какая-то бечевка. Вот. И кожа. Кожа долго тоже имеет свойство сохраняться. В сухой местности она высыхает, лопается, трескается и ломается. В данном случае я вот пока не вижу ничего особенного, но веревка уже какое-то сомнение. Но это мое предположение. Давайте смотреть дальше. Как видите, вот сейчас он показывает, на солнышке играет само изделие. В принципе, знаете, ни к чему придраться нельзя. Золото, серебро, в принципе, нормальная такая соответствующая патинка. Вот. По окружности, по диаметру имеются такие вот завитки, то есть каемка. В каемке имеются частицы мелкой грязи, то есть это все было найдено действительно в земле, и я так предполагаю именно сегодня, сейчас. Вот Рудольф говорит, что это кожа. Но на мелких деталях видно, что имеются такие прослойки, волосинки отходят. И это обычно так вот происходит от бечевки. От кожи такого, знаете, расслоенного, такие волосинки я вот никогда не встречал. Хоть и бывает, попадается очень часто кожа различного рода, но вот таких волосинок никогда не бывало. Ну, я здесь ничего не буду говорить, а просто давайте смотреть, что у нас будет дальше. Вот Рудольф говорит, что вытащил из земли, и они тут же сразу меняют цвет. Да, ребят, я с ним согласен, потому что доступ кислорода к металлу, и металл имеет свойство сразу на глазах менять цвет. В данном случае у нас золото начинает темнеть, серебро также темнеет. И, как вы видите, вот все-таки веревочка не кожаная, а какая-то, знаете, бечевка или что-то в этом роде. Но к данному сюжету у меня совсем нет претензий никаких. Видеоролик очень-очень хороший, смонтирован тем, что придраться не к чему. И те ребята, которые мне присылали разобрать данный видеоролик, вы немножко ошиблись, к сожалению. Так что видео достаточно грамотно было составлено. Если даже он и подброшенный, но очень грамотно, и придраться не к чему. За золотые. И чем больше у вас их на шее, тем больше вас любят девчонки. Ваня, правда? Или наоборот? Смотри. Рудольф ошибся немножко. Манисты всегда носили именно женщины. Ну, да, я не спорю, это действительно обряды, обычаи, то, что на богатство показывали, что из какого они сословия, богатый они, род у них или что-то в этом роде. Но мужчины манисты не носили. Что, он где Ваня ходит? Это, попищу своим как? Ага, попищи. Кто-то теряет. В идеальном состоянии вот такое. У меня вот тещи. Питак у тебя? У нее просто вот сама монета такая в идеальном состоянии, вот такая вот точность. Угу. И год, по-моему, такой же. Или 89. Вот сейчас вот ребята, комрад проверяет свой прибор на наличие, как отсигналит у нас именно золото.
и серебро. Скажу вам, ребят, сигнал отвратительный, как золото, так и серебро. Про все приборы я говорить не буду, но он бросает именно в такой дискриминант, который вы практически всегда пропускаете. Так что имейте в виду, что золото звучит не как обычная медь в высоких тонах, а немножко ниже, ближе к железу. Так что многие из вас, комрады, ребята, так же как и я, возможно, в свое время и пропускали то самое золото. Так что имейте в виду, думайте всегда о том, что золото звенит иначе, чем мы копаем сигналы. Итак, ребят, посмотрели мы с вами видео Рудольфа Кравчика. В принципе, все довольно-таки нормально, сюжет поставлен хорошо, претензий к нему нету. Так что извините, ребята, по данному сюжету я вам не могу ответить, что что-то произошло очень-очень плохое. Нет, сюжет поставлен, в принципе, довольно-таки приятно, претензий нету. Единственное, что может быть по веревочке вопрос может возникнуть. Но это, в принципе, мелочь. К этому цепляться довольно-таки, знаете, несерьезно, потому что сразу пойдет всякая там, знаете, неприятная информация в чате, что вот-вот-вот. Нет, ребят, в данном случае по таким мелочам мы не будем зацикливаться, так что поставим пальчик по данному видео кверху, тем самым я тоже поставлю пальчик кверху и под комментами отпишу, что все довольно-таки приятно. Ставим палец вверх, ну и на аватарке ставим пальчик кверх. Так что, ребята, присылайте очередные выпуски, ссылочки, где можно разобрать и как-то обсудить данное видео или комрады. Как в данном случае, прислали мне ссылочку, я посмотрел, вместе с вами разобрали. Ничего плохого мы здесь не увидели. В принципе, за Рудольфом я такого пока не наблюдал. Но если вы увидели, присылайте, посмотрим, вместе с вами обсудим. Ну и все. Пока на этом. Удачи и жду от вас новых новостей.